Салям алейкум, хеллоу, бонжур, мархаба, витаю. Говорит и показывает, видно цифру в Ukraine. И Орешка представляет велопрогулку, велоэкскурсию с ключкой в велосипеде. Новогоднюю, возможно, заключительную в этом году, 2023 РИК, 29 грудня, пятница. Тепло, солнечно, шикарно, зима радует, но меня-то точно. И мороз был, и коньки были, и рыбалка была, так, и чуть хоккея на Вишенском озере. А сейчас на градуснике официально плюс 6, а по ощущениям плюс 10, так как я одет, напыжен. Ну, меня мы увидим в конце репортажа, после уже у ледового клуба. У меня огроменный рюкзак, коньки со мной. Сегодня прощальный вечер новогодний, также конкурсы, викторины. Традиционный хоккейно-фигуристический, так на коньках. Так что, как завжди, будет интересно. И планирую онлайн-трансляцию, интересные записи, интересные моменты, сюжеты. Все будет с горишком. А сейчас мы прогуляемся в парке. Да? Готовы? Да, тогда и вперед. Как я тут хорошо закрепил. Ну, доехал, коль уже до этих мест. Обратно, думаю, уже будет легче. Так что будет все интересно. Хоккейно-спортивное шоу, мероприятие, пати. Ледовое, ой, так называется, на орешек наехал. Берсерки Харьков Патриот, Винница, совместное производство. Был я, участвовал раз, так, возможно, я вспоминаю. Хоккейные игры, родители, папа, сын, мама. Вратари, все было, ворота, ну, просто прелесть. И так бы хотелось еще поучаствовать в таком мероприятии. Курят электронные сигареты, девчата. Ну как це? Як це так? Ой, ну прямо прелесть, такое заключение 23-го года. Да, действительно, вот Андрюха говорил, что еще будет экскурсия, да? Ну как пропустить такой момент? Подсохло, не влажно. С утра были осадки, и по прогнозу Винницы до Нового года. Завтра еще теплее, жарче. Плюс 9, плюс 10 официально, представляете? И до 31-го, а уже в новом году осадки. Возможно, дождь, снег. Так что и планирую, опять же, уже рыбалку с летними удочками на Вишенском озере. Хотя ничего не ловится, но я удивляюсь. Черви, наживка для рыбы. Уже более месяца у меня на балконе, правда, проветриваю, двигаются. Я открываю, посматриваю в коробочку. Привет. Так, о, привет, братва. Вы там берете все снасти, да, крючки? Да. Ну, молодцы. А где же вы будете рыбу-то ловить? Где? На Бугу? Когда сезон ветрый. Ну, шурсы, я там смотрю, они интересно показывают тоже. Да. И сейчас они выходят, ловят все. Ну а что взяли сейчас, какие снасти? Закрыто, тревога. А, о, началось. Хоккей праздник сегодня, тоже с 16.30. Если хотите, то приходите. Хорошо. С Андрюхой. Там интересно будет, может поучаствовать. А у меня, как обычно, туристическая экскурсия, велотур. Молодцы. А то я не вижу, тоже еду, зрение уже не то, но вас там много было. Хорошо, давайте, да? Я на озеро, может, вот завтра будет тепло еще до Нового года. С летними удочками уже. Хорошо. Давайте, ребята, надо прокрутить еще в парке. Ага. Давай, будьте здоровы. Ну, молодцы, ребята. Вы видели меня у рыболовного магазина, Назарчики Андрей. Тоже помахали, догнали меня. Знают, что я на хоккей собираюсь. Рыбаки. Так, ну туда я уже не буду заезжать. Здесь не густо, людей немного, почему-то, кстати, могли бы уже, да, молодежь, ну, может, влажно, настроение не то, поэтому и пропускают уже.
Ой, шикарно в парке, свежо, действительно супер. С удовольствием прокатимся, правда? Так, Алексей, музей, табличка стоит, вижу, ну, возможно, там они внутри находятся, планетары. Музыка не играет. Подорож у минуле. Есть табличка. Работает музей, возможно. Так что радио, видео. Также посмотрите видеорепортажи с горишком. Так. Я пораньше выехал. В 16:30 начало. Ну и сейчас регистрация, там все по программе. Ну сейчас 15:45. Так, я еще намного так пораньше, хотя тоже копошился, спешил. Хотелось бы, да, успеть, чтобы солнышко мы увидели. И красивых людей, которых немного, которые прогуливаются здесь в парке. Стадион посмотрим Обовязково. Все на месте. Ну и прощаемся, да, дорогие, с 23-м годом. 23-м. Что нас ждет впереди? Ничего не известно и непонятно. Ну, наши любимые олейки, да? Прелесть. Зима, представляете? Новый год. Когда такое было? Просто невероятно. Так вот, я рассказывал про такие новогодние вот заключительные игры, встречи с родителями. Такой семейный турнир. И мне нашли место, я с удовольствием поиграл за семейную команду «Патриот». Помню, тогда играли мы с литвинчуками. Ой, они нас накатали, конечно, у них крепкая хоккейная семья, мастера, и Дима, Виталий, Сергей. Мы уступили достойно. Что-то я одну шайбу издалека там закрыл глаза, швырнул и попал. Вот такое помню. Ну, эмоции, праздников, конечно. Но, правда, конечно, хотелось бы шолом свой фирменный, серебристый, взять, серебряный. Ну, много вещей, буквально. Куда? Краги, перчатки не взял. Тоже локти вот еле поместились. Но планировал онлайн и штатив. Надо взять важное, все важное. В сторону сначала сложил, потом что не важное. В общем, половина осталась дома. Да, для прогулки. Уже по традиции мы на центральную аллею парка прокатимся, проедемся, да? Как пошутил Игорь, надо вот клюшку велосипедную, коньки через шею на шнурках. Но я уже так добавил, и краги одеть, и вперед, как раньше, да, все как раньше. Так, чтобы было видно. Ну, клюшку видно, так обращают внимание глядачи, прохожие. Обращают внимание. Так, ну мы обратим внимание тогда еще на город. Посмотрим, да, на гарных, красивых девчат. Машин много, пешеходы также есть, комфортная погода. Новогодние суеты пока так не чувствую, но, во-первых, потому что так эта елочка тут наклонилась, да, уже над аркой сильно. Потому что в магазине еще не был, надо продукты купить. Так и то, и все, вот оттягиваю, оттягиваю. Вчера банный день, сегодня спортивный день. Так как-то закручен, хотя вижу, что елки покупают. Вот тогда Влада встретили, сейчас сосед Игорь приобрел. Ну, елки, помним, средняя елка, так, 400 гривен. Повыше, попушистее, 600-700 сейчас. Такие цены, я думаю, что максимальные. Ну, вот. Но нарядить вот такую елку в парке, чтобы хоть можно было прийти пофоткаться. Да любую есть, тоже бы хотелось не специально ставить, а которые уже есть, готовые. Ради приличия там, да, ну, нет, то и нет. Хотя говорят, что детям целуются.
целуются даже, умеют, смотрите. Надо же, не разучились, я уже разучился. Так, подснежники не появились? Да и снега-то. Сильного не было, снега-то не было. Глядачи растут, зрители, подписки также. Благодарю вас, дорогие. И шахматы, и есть игроки. Играют. Традиция классная, интересная. Благодарю за приглашение. Павло Лигачев, тренер команды Харьковской Берсерки, прислал электронное запрошение Гаришку. Благодарю вас. И я уже знал об этом за 2-3 дня и потихоньку готовился. Так что так приятно мне тоже, что есть контакт, есть общение. Виртуальное и реальное. Вот сегодня будет реальное. Так, с берсерками я вот, да, возможно, это впервые такое мероприятие. Потому что, ну, команда перебазировалась, кто еще не знает, двинется. И уже домашние игры в Фалбет лиге играли в этом году впервые. Ну и так, нашими были и нашими и стали. Так что, так, горку сейчас мы посмотрим, там пока никого. На горке все что-то пьют. Что-то все пьют, кофе. Кофе, капучино. Посмотрим, нет ли елки, да, на аллее. Да нет, нет, официально нет в Виннице, хотя где-то в других городах. Но вот какой-то паровозик новогодний. Сейчас мы прокатимся, посмотрим еще. Нет, нет, елки, хотя вижу, с детьми много, а Санта-Клаус сейчас. Чуть-чуть одежда отличается от Деда Мороза. Ремень, шапка, ну сейчас. У многих, наверное, костюмы. Где-то в морозах. О, с таким посылайцем. Костюмы остались у многих. И куда их девать? Где-то они хранятся. Деда Мороза. Вот тут хорошая, тоже асфальт свежий положили. Ой, наезжаю на желуди какие-то. Красота. Ух, это что такое опять? Орешки, желуди. Ну, без подсветки так тут уже не очень интересно. А это вечер. Доехал с рюкзаком, с клюшкой. Ну, такая машина похожа на американскую, да? Таким. Так, тревога, отбой, хорошо, что не слышим. Потому что праздник тоже. И Новопошта, такой фирменный паровоз. Ты смотри, Новопошта. Так, сегодня ночью также я не выспался. Стеклопакеты, окна крепкие, но все равно слышно вой по ветряной тревоге. И проснулся, что-то покрутился. И не один раз я уже там не фиксировал так. Вообще неприятные моменты есть, тогда за. Машинки работают, горка на старте, но желающих нет. Желающих нет. И все. А тут аттракционы были, помните, вспоминаю, там лет 5, наверное, так. И зима, ветер, холодно, и катаются, крутятся, вертятся. Вогнаки, огонечки, тут все было. А лед-то, смотрите, ездит, застыл, затвердел, закаменел-то. Так, пошли, затягивают. Но, ну, уже новогоднее, 23-го года заключительное.
следующем году планируем, ну, что, ну, как будет. Предчувствие у меня не очень приятно. Все, надо искать что-то. Парк радует, спорт выручает, баня. Благодарю также персонал бани. Вчера пожал руку Паше, друзьям, работникам, которые работали круглый год и летом также. И приятный бонус. По традиции еще Юрия Коробкина, это было лет 8-10 назад, банщики знают. Вот так, рюмочка у елочки так бонусом идет. Салом бутербродик и огурчиком. Уже приятно. Так, музыка есть. Все, заработало. Стадион отдыхает. Ну и такой ветер, закат. Чудесный, да? Вот такой парк и зимний у нас. Сегодня 29 грудня. За два дня до Нового года. И символично так, что получилось у меня. С ключкой, с коньками. Знакомых много встретил в бане. И спортсменов, Влад Ильиных, также Сацюк Олег. Молодцы. Занимаются друзья, знакомые, соседи с юности, друзья. Так, автопарк вроде поредел трохи, но уже туда не будем заезжать дальше. Разворот поворот. Разворот поворот. И здесь так застыло все. Уже в зимние спячки. Ну, зима мягкая, даже очень так. Начало было за здравие. Ну и так, пока продолжается за упокой. Вот как Ника аккуратно, да, все в пакетик, ланцюжки закрутил, завертел. Все аккуратненько. Так, пока мы очереди не видим, сейчас уже я покажу свой сундук, бурундук коньковый. Так, и поздороваемся с Ледовым. Здравствуйте, Ледовый, в улице Хлебная, 1, Центральный парк культуры и відпочинку имени Леонтовича. Видео-сюрпризы ждут от Орешка сегодня и в Новом году, естественно. Так что что-то будет готовиться прикольное и смешное. Вот такой баул у меня, представляете? Вот. Коньки, много всего. И шолом, жаль, что я не захватил фирменное... визитка, так сказать, горишка. Ну и такой я вот сегодня тоже. Отдохнувший после баньки, так поспал. Ну и приятно, что есть такие мероприятия. В первую очередь для детей, для спорта, для развития спорта. Это также дуже потребно, дуже важно. Все, Ледовый клуб, жди. Так, горишек с тобой. Клюшка, добрался я. Я думал начать, может, возле дома такое сделать. Ну, доехал ли, так я уже спешил. Хорошо, дорогие, вот так я готов. Щитки даже кое-какие уже на себя одел. Ну, еще раз, а то уже вечером, ночью будет не видно. Ключка. Все, ровер, молодец, потянул, выдержал, выдерживает. Багажник тут, видите, как я все тут продел, закрепил, чтобы ничего не болталось и не шаталось. Auf Wiedersehen, до встречи, до побачення, горішка, с любовью та душой из теплой, солнечной, зимней Винниці. Сегодня 29 грудня. И с наступающими святами, дорогие. Всем здоровья, счастья, мира на земле. Счастливо, чао-чао.